Если в двух словах, то сегодня Одесский фронт проходит по границе с Николаева. So, if we to cut a long story short, Odessa front is lying through the Nikolaev. Николаев героически сражается. Nikolaev is a brave city who struggled with war. Мы помогаем эвакуировать мирных жителей, женщин и детей. So we help Nikolaev evacuating peaceful civilian people from the Nikolaev. За это время, за последнюю неделю мы эвакуировали более 2000 женщин, детей и пожилых людей. Last week noticed evacuating around 2000 people from Nikolaev. Совместно с администрацией Николаева, с мэром Николаева. In the cooperation with the mayor of the city of Nikolaev. Сегодня разговаривали с мэром Николаева и планируем направить им груз, который они... Нам, у нас есть перечень необходимых материалов, которые нужны Николаеве. Мы сегодня отправляем им, сформировали такую колонну и отправим Николаев. Today I have a conversation with the administration of Nikolaev and we decided to deliver the humanitarian aid for them. Также я общался с мэром Харькова. Also I had a conversation with the mayor of the city of Kharkiv. Мы помогаем Харькову сегодня и направили туда колонну, также гуманитарную колонну лекарств. We also have directed the, и продуктов питания. We also have directed the humanitarian aid, including food supply. Сегодня основная задача здесь, в Одессе, наша поддержать наши героические города Украины, которые находятся на передовой. The main task for us today is support for our cities that struggle with war. Что касается Одессы, мы продолжаем слаживание, продолжаем развивать взаимодействие между всеми сформированными формированиями. We are trying to help and communicate with each Ukrainian city authority.